Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Константин Минаев, ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля управления Федеральной антимонопольной службы Московской области. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. А тема программы — технологическое присоединение к электрическим сетям. Почему выбрали именно эту тему? Во-первых, хочу приветствовать наших зрителей. Тема выбрана потому, что это важный вопрос, на самом деле, в данное время. Количество обращений граждан все-таки заставляет задуматься, да, что нужно как-то вмешиваться в деятельность сетевых организаций, которые осуществляют подключение к электрическим сетям. Ну и попробуем сейчас рассказать. Давайте сегодня детально постараемся разобраться в этом вопросе и начнем с того, куда все-таки следует обращаться при необходимости подключения к электрическим сетям. Какой регламент? Регламент вообще... Ничего страшного. Процедура подключения к электрическим сетям установлена постановлением правительства 861 об утверждении правил подключения технологического присоединения к электрическим сетям. И при подключении стоит обращаться в электросетевую организацию, которая объект электросетевого хозяйства, который располагается на ближайшем расстоянии от границ земельного участка, либо объекта капитального строительства. Также для того, чтобы, если, например, заявитель не знает, какую сетевую организацию обратиться, он вправе сделать запрос в орган местного самоуправления. И орган местного самоуправления уже в своем ответе обязан указать, какие электросетевые располагаются рядом и какая на ближайшем расстоянии от вас, и куда вам следует обращаться с заявкой. Константин, вы сказали, что количество обращений от жителей по этой тематике значительное. Все-таки с чем это вы связываете? И есть ли за последние годы прогресс именно к уменьшению? Да, прогресс на самом деле наблюдается незначительно, но процентов 5-10 есть снижение в этом году по отношению к 2018 году. А значительное обращение граждан связано с тем, что все-таки электросетевые организации не всегда могут, в полной мере соблюсти требования постановления правительства номер 861, о котором уже упоминалось ранее. И мы стараемся все-таки принимать какие-то меры, чтобы дальнейшие правонарушения уже не совершались электросетевыми организациями. А среди этих обращений количество физических и юридических лиц, соотношение каково? Физических лиц это где-то 90%, юридических, соответственно, 8%, 2%. Есть у вас конкретные примеры физических лиц? Какой вопрос волнует чаще всего? С чем проблема возникает у жителя при заключении? Получается такая ситуация, что основным нарушением со стороны сетевых организаций является невыполнение мероприятий в срок. Ситуация следующая. Заявитель заключает договор. Процедуру заключения мы обсудим с вами в дальнейшем. Заключает договор. Выходит срок, предусмотренный для выполнения мероприятий со стороны как заявителя, так и сетевой организации. Сетевая организация не успевает по различным причинам. Возможно, у них заключен договор подряда со строительной организацией, которая выполняет именно строительство объектов электросетевого хозяйства. То есть не всегда они своими силами это делают. И они ссылаются, при наших уже расследованиях, они ссылаются на то, что нарушение связано с тем, что подрядная организация не выполнила свои обязанности в срок. В данном случае как действует Управление Федеральной антимонопольной службы, если выявляет такое нарушение? К сожалению, для сетевых организаций мы действуем строго по отношению к ним. Связано это с тем, что в большинстве случаев электросетевые организации просто оставляют это дело, в подвешенном состоянии. При расследовании мы учитываем, приняли сотрудники электросетевой организации все исчерпывающие меры, направленные на как раз... Или все-таки нет? Да. Если разбираться в сроках заключения договора, то есть на какой срок и для всех ли он одинаков?
Срок на самом деле разный может быть для всех. Это от 15 дней до 4 лет. Варьируется от... От чего это зависит? Зависит от необходимой мощности, категории надежности электрических сетей, вида технологического присоединения. Либо это новое технологическое присоединение, либо это увеличение мощности. Также это может быть опосредованное технологическое присоединение, когда энергопринимающее устройство заявителя находится на территории садового или огороднического товарищества. Какие еще проблемы вот могут ждать жителей при подключении? Ну, второе... Какие еще есть подводные камни? Второе нарушение, так скажем, по количеству, это примерно 15%. Включение в договор мероприятий не предусмотрено для выполнения со стороны заявителей. Какие это мероприятия? Заявителям важно знать, что в постановлении правительства 861 установлена, так скажем, типовая форма, описана, как она должна выглядеть, договора. И предусмотрено, что мероприятия, которые предусмотрены для выполнения за границами земельного участка заявителя, они выполняются только сетевой организацией. Бывает такое, что электросетевая организация включает мероприятия, например, по строительству за границами участка. В этом случае электросетевая организация нарушает права заявителей. Есть земельный участок, есть собственник, который подает заявление в электросетевую организацию с тем, чтобы его подключили, ну, собственно, да, к сетям, да, и он получал электричество. Соответственно, есть граница, то есть одна обязанность лежит, естественно, на собственнике, да, другая на организации. То есть и организация должна подвести полностью линию к границам участка, а уже дальше уже все остальное делает, да, только на своей земле собственник. И если этот процесс нарушается, то это нарушение получается, да, законодательства. Да, все верно. Какое ждет наказание за такое нарушение? Ну, ответственность за нарушение правил технологического присоединения предусмотрена статьей 929.21 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Значит, по первой части данной статьи должностные лица несут ответственность. На них накладывается административный штраф в размере от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. На юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. По второй части данной статьи за повторное совершение данного административного правонарушения должностные лица привлекаются к ответственности. На них накладывается штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. А также может быть применен такой вид административного наказания, как дисквалификация на срок до 3 лет. Дисквалификация – это лишение... Лицензии? Ну, лишение права занимать какие-то определенные должности. Вообще, как живо реагируют вот на такие санкции организации? И на... количество вот именно повторных нарушений в одних и тех же компаниях, оно вот каково? Есть какая-то статистика? Ну, на самом деле, статистики, конечно, такой конкретно нету. Ну, так скажем, повторные совершения, они существуют. То есть это мы считаем повторное совершение, это когда хозяйствующий субъект уже подвержен административному наказанию. То есть это, например... Ну, было уже одно нарушение, вынесено предписание, года, да, в течение года. И есть еще одно, да? То есть кто-то продолжает, в общем-то, нарушать. Ну, по другим уже случаям. По одному случаю привлекается только один раз. Какие действия дальше тогда применяет Управление Федеральной антимонопольной службы? Ну, по результатам административного расследования, во-первых, может быть установлено, что действия электросетевой организации были все-таки правомерными, вследствие чего дело прекращается в связи с определенными обстоятельствами. Также существует постановление о наложении штрафа, которые выносятся уже при подтверждении факта совершения нарушения. По итогам расследования устанавливается причина, почему это произошло, вина лица, совершившего нарушение, и в совокупности по анализу этих обстоятельств вносится представление в адрес электросетевых организаций. Представление об устранении причин условий, способствующих совершению административного правонарушения. Сетевая организация не построила вовремя заявителю, нарушила правила технологического присоединения, была оштрафована. Мы установили, да, что они виноваты, вина с их стороны. Вносим представление совершить, ну, так,
обозримым образом, да, совершить какие-то действия, направленные на выполнение мероприятий. И сетевая организация, в принципе, ну, в большей части выполняет всегда эти представления. А в какой срок они должны устранить нарушения? То есть такое предписание, есть определенные сроки вот после того, как вы уже вынесли, что сетевая организация виновна? Да, когда вносим представление, есть 30 дней на то, чтобы исполнить. Но срок может быть продлен по, ну, так скажем, объективным причинам. Ну, получается, в общем-то, Управление Федеральной антимонопольной службы готово идти навстречу и готово любую ситуацию, каждую конкретную ситуацию рассматривать индивидуально. Конечно. То есть у вас нет задачи только наказать, штрафовать, то есть все-таки вот доля какая именно профилактики занимает в этом вопросе? При каждом рассмотрении каждого обращения проводится анализ полностью, то есть осуществляются запросы, да, в электросетевую организацию. И электросетевые организации, ну, точнее, на основании представленной информации уже, мы делаем соответствующий вывод. Либо возбуждать уже административное производство, либо нет. И стоит отметить, да, что там количество обращений там около 1000, а дело возбуждено примерно 200-210 за год. Вот я, кстати, хотела, как раз подбиралась к этому моменту. Отказываете ли вы в рассмотрении и возбуждении административного правонарушения физическим лицам? Ну, вот к вам поступает обращение, к вам поступает сообщение, вы проводите проверку и не выявляете нарушений со стороны организации. Что в этом случае, как действуете дальше? Ну, заявителям при подаче жалобы важно соблюдать требования Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, а также изначально все-таки самим ознакомиться с постановлением правительства 861, чтобы понимать вообще, какие могут быть нарушения, что вправе требовать от вас, а что нет. Вот, заявление надо подавать со всеми документами, которые у вас имеются, ну, какие-то по данному документы? Факту. Ну, например, право собственности, да, допустим, возьмем земельный участок, то есть вот такой среднестатистическое СНТ, земельный участок, да. Право собственности, дальше что нужно? Да, право собственности, ну, например, если мы рассматриваем нарушение как невыполнение мероприятий в срок, то это, значит, документы, подтверждающие право собственности, копия заявки на заключение договора об осуществлении технологического присоединения. Далее это сам договор вместе с техническими условиями, в которых как раз прописаны мероприятия. Которые... И сроки. Да? Да, и сроки в том числе. И имеющаяся переписка сетевой организации, они как бы тоже обязаны, да, на все обращения отвечать. Заявитель ведет с ним в любом случае переписку. Либо это личный кабинет, возможно, это скриншоты просто с сайта. Вот. При наличии всех этих документов, там, ну, бывает такое, что скидывают там скриншоты, и сетевая организация пишет, что вот на данный период мероприятие не можем выполнить. А мы уже видим сразу, да, ну, что они уже это пишут за сроком, до сих пор не выполнили. Ну, естественно, здесь уже подключается Федеральная антимонопольная служба. Какова ваша миссия? Ну, что для вас все-таки главное? Ну, для нас главное... Вот в этом направлении. Ну, в этом направлении все-таки для нас главное помочь, так скажем, ну, гражданам нашим посодействовать подключению к электрическим сетям. 21 век, все-таки, ну, электричество должно быть у всех. Никаких сложностей с подключением к электрическим сетям не должно возникать у заявителей, у граждан. Вот. Ну, а также все-таки... Важно понимать, что мы также на стороне сетевых организаций находимся, в том плане, что да, ну, мы всегда всесторонне рассматриваем обращения. Если сетевая организация действует правомерно, естественно, сетевая организация не будет привлечена к ответственности. Константин, за этот год сколько выписано штрафов? Ну, постановление о наложении штрафов за 2019 год наложено 90. На общую сумму около 8 миллионов рублей. Из них уже на данный момент более 6 миллионов оплачено. И также стоит сказать, что все-таки в 2019 году количество возбужденных дел в отношении электросетевых организаций на 20-25% меньше по отношению к 2018 году. Можно говорить это об успехе деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы? Ну, можно, наверное. Несколько слов к нашим телезрителям. То есть вот все-таки, что бы вы им хотели сказать в завершении нашей передачи? Ну, соблюдайте требования закона, не нарушайте закон сами
И при необходимости обращайтесь в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области. Спасибо за интересную беседу. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.